С вами канал «Учебник слух». Английский язык, второй класс. Rainbow English. Step 45. Задание первое. Спортсмен по имени Дэн много путешествует. Он часто звонит родным и знакомым. Послушай его разговоры и скажи, в каких городах он побывал. Hello, Mom. Hello, Dan. How are you? I'm fine. Thanks. I'm born. And I'm happy. And how are you? We are okay, Dan. Hello, it's Dan. Oh, hi, Dan. How are you? I'm fine. And how are you? We are fine, thank you. Where are you? We are in London. Hello, hello. Who is it? It's Will. It's Dan. Hello, Will. How are you? I'm fine. How are you? Fine, thanks. We are in room. In room? Yes, in room. Задание второе. Поработайте в парах. Разыграйте разговоры Дэна и его друзей. Поставь на паузу, чтобы выполнить задание. Задание третье. Джастин любит путешествовать и посылать родным открытки из разных городов. Прочитай тексты открыток и скажи, каких слов в них не хватает. Поставь на паузу, чтобы выполнить задание. Проверь себя. Задание четвертое. Знакомое тебе буквосочетание TH может читаться как Th и Th. Послушай эти звуки и слова с ними и повтори их за диктором. The. 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 They. Brother. Mother. Father. Th. 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 Three. Throne. Thick. Thin. Как ты думаешь, что означает слово sister? Задание пятое. Повтори за диктором словосочетание и предложение с новыми словами. My mother. My brother. My father. My sister. A thick book. A thin book. A big throne. A red throne. My mother is good. My father is not old. My big brother is a student. My little sister is cute. I can see a thick book. We can see a thin book. They can see a big throne. Задание шестое. Поработайте в парах. Сделайте эти предложения вопросительными и ответьте на вопросы. Поставь на паузу, чтобы выполнить задание. Проверь себя.